Приветствую всех! С вами Марина Хайкова. Я вас приглашаю в сладкий букс, Sweet Books. Это хорошая возможность заработать деньги. Здесь очень много рекламы. Реклама достаточно дорогая. И здесь, просматривая все объявления, можно зарабатывать на статус. Сейчас подробнее я расскажу, как это все работает, какие здесь есть возможности, и покажу регистрацию. Для начала регистрация. Full name, мы здесь латиницей набираем имя и фамилия. Username – это логин. Выбираем пароль. И здесь мы повторяем пароль, дублируем его. В этой графе заполняем электронную почту. Здесь копируем, дублируем электронную почту. В этой графе мы видим логин пригласительно. И здесь мы вносим платежные системы, с которыми мы можем работать. Здесь есть PayPal, Perfect Money, EGP. Я внесла свой кошелек в Perfect Money. В PayPal у меня это... Логином является электронная почта. Ну, укажу на всякий случай, может быть, мне это будет интересно. Дальше мы заполняем капчу. Обязательно принимаем условия, ставим галочку и нажимаем регистрацию. Регистрация прошла успешно, нас приглашают в бук. Вносим логин, пароль и заполняем капчу. Дальше нажимаем логин. А теперь поговорим, какие деньги здесь можно заработать и что меня привлекло. Первое – это клики до 40 центов за клик. Это хорошие деньги, это много. 40 центов – это на более дорогих статусах. На менее дорогих статусах немножко дешевле клик стоит. Дальше, что меня очень порадовало, это когда вы находитесь на любом статусе, даже на 50 долларов, и человек заходит на 100, на 200, на 400 долларов – в любом случае вы получаете 50% от апгрейда вашего партнера. Это хорошее. То есть тут доход только идет с первой линии, это партнерская программа. Вот, то есть можно получить до 250 долларов за подключение вашего реферала на статус. И это доход ежемесячный. Обращу внимание, что здесь есть Perfect, PayPal и EgoPay. То есть PayPal это платежная система, которая не работает с кем попало. Это очень говорит в сторону долгосрочности и надежности букса. Дальше есть вознаграждение тогда, когда вы пишете свои отзывы на форуме. Ну, это подробнее уже, это такие нюансы. И очень мне понравилось, что есть вообще новая концепция, есть новый статус на 15 дней. Это возможность сразу прокрутиться за месяц два раза, вашему спонсору получить два раза партнерский, но, соответственно, если вы спонсор, вы от своего реферала два раза получаете, когда он прокручивается. И доход на этом статусе всегда больше. Значит, у нас есть статусы за 50 долларов. Вот они работают, как правило, все 30 дней, да, вот только один статус, который за 500 долларов, он работает 15 дней. Ну и доход, который он приносит на 100 рефералов, очень серьезный. В таблице мы видим, что доход со 100 рефералов отличается в зависимости от статуса, на котором мы находимся. И стоимость рефералов тоже отличается. На статусах она разная. Видите, 39 долларов, 45. Ну, в таблице все хорошо это видно. Дальше максимальное количество тоже отличается. Вот у нас всего сколько можно иметь рефералов. И внизу подбиты цифры, какой доход можно получить за 30 дней с максимального количества рефералов. То есть на статусе за 50 долларов, на статусе за 100 долларов, на статусе за 2. Ну, видите, как, конечно же, на более дорогих статусах их доход, конечно же, более интересный. В таблице это все хорошо видно. На что я еще хотела обратить внимание. Кликая всю рекламу в буксе, вы можете, практически отбиваете свой статус, и вот этот доход вы получаете чистыми с арендованных рефералов. Плюс, конечно же, вы, если приглашаете, работаете с приглашениями, то вы получаете еще за клики ваших партнеров. Теперь возвращаемся в аккаунт, и я показываю, как
пополнить баланс, как купить статус и как купить рефералов. И для пополнения статуса мы выбираем кнопочку Add Funds, выбираем метод, я выбираю Perfect. Я выбрала статус Cake, то есть мне нужно $50 на балансе для того, чтобы купить статус, и $39, чтобы купить первые 100 рефералов. Соответственно, я буду вводить 50 и 39, это будет $89. Я ввожу $89, нажимаю Send. Выбираем Perfect Money. Сделать платеж. Дальше захожу к себе в кабинет, набираем ID пользователя, пароль, капчу и нажимаем кнопочку «Просмотреть платеж». У меня есть достаточная сумма, дальше подтверждение платежа. Обязательно после того, как платеж завершен, надо пройти по кнопочке «Продолжить», чтобы вернуться в кабинет. Все наши действия мы делаем в аккаунте, нажимаем «Аккаунт». Вот, и видим, что у нас уже есть $89. Теперь я захожу по кнопочке Upgrade, чтобы купить статус. Я уже пополнила баланс, поэтому я пополняю с баланса. Можно напрямую отсюда покупать статус и здесь выбирать платежную систему. Я захожу по первому варианту. Значит, выбираю статус Cake. Ну, то есть можно посмотреть, что здесь остальные статусы представлены. Я выбираю Cake. Указано, сколько денег на балансе. Я нажимаю Send. Проверяем. Вот мой статус. Он действительно до 25 декабря на один месяц. И теперь я покупаю еще рефералов. Чтобы арендовать рефералов, я захожу в раздел Rent Referrals. Вот, и мне предлагают, можно купить 50 рефералов, можно 75, можно 100. Я выбираю 100 рефералов, это стоит $39, и нажимаю кнопочку Rent Now. Дальше смотрю, что они у меня появились. Вот Rented Referrals, они у меня появились. Ну, теперь осталось только показать, как сделать активность каждый день. Теперь осталось рассказать, как делать ежедневную активность. Это просмотр рекламы, это у нас находится в разделе Earn Money. View Ads. Вот у нас на этом статусе доступны рекламы по 10 центов. Здесь написано, сколько стоит просмотр рекламы. И доступны рекламы по 3 цента. Тут видно. Я возьму такую коротенькую, показать, как идет просмотр для тех, кто еще с этим не знаком. Нас просят подождать. Вы нас перекинули на просмотр рекламы. Вот она загрузилась и пошел бегунок. Это быстрая реклама. Возможно, вы что-то найдете для себя интересного, потому что Books – это всегда хорошая рекламная площадка. Вы можете как найти для себя что-то, так и рекламировать свои проекты. Вот, реклама закончилась. Время просмотра. Вы нажимаете из предложенных картинок ту, которая перевернута. В данном случае этот человечек. У нас стоит галочка, что реклама просмотрена. Мы закрываем эту вкладочку. Здесь она уже появляется затемненная. Это значит, что мы выполнили работу, просмотрели это объявление. В этом буксе обязательным является просмотр хотя бы одного объявления в день. Но я рекомендую просматривать все, потому что это достаточно приличные деньги. И на этих деньгах вы сможете отбивать свой статус. Ну, а теперь о главном. Что больше всех волнует, это не только как заработать деньги, а как их получить, то есть вывод средств. И тут у меня для вас есть приятная новость. Я передаю слово своему спонсору. Он буквально сегодня делал вывод, и деньги пришли моментально. Всем доброго дня. Я тоже добавлю несколько слов в нашем новом буксе. Итак, Street Books. Ну, во-первых, перевод Street Books – это сладкий букс. Сладкий букс, сладкие вознаграждения. Мне, кстати, понравился очень здесь дизайн. Дизайн, значит, в виде сладкого букса. Здесь вы можете купить, значит, шоколадки, конфетки,
Значит, и какие же у нас остатки, тоже они сладкие. Я думаю, остатки Марина уже рассказала, но мы сейчас зайдем в наш подход. Я тоже буквально в двух словах расскажу, что мне именно понравилось. Во-первых, я уже сказал, это дизайн, а во-вторых, щедрый язык, присутствует комиссионный. Во-первых, много рекламы, и причем реклама здесь публиковая. До 40%. Но вот, допустим, на моем статусе, у меня статус карамель, здесь доступна реклама от 20 центов. И есть реклама по 20 центов. Раз, два, три, четыре, 12, 13, 14. 14 реклам доступно по 10 центов. И вот здесь мы уже считали, 33 рекламы доступно по 0,03. Мы ранее считали, мы сейчас еще раз не будем считать. То есть, в принципе, здесь почти достаточно рекламы для того, чтобы накликать ее себе, значит, на месячный статус. За 200 долларов, 100 и так далее. Я, знаете, я буквально недавно зарегистрировался на данном курсе, точнее, это, дата была 17 ноября, вот сегодня у нас 25 ноября, прошло буквально несколько дней, и есть уже, скажем, результат. Результат таков, что на сегодняшний день у меня сегодня 903 грамма, заработанных денег 232 доллара и payment receipt, полученных денег 136 долларов. 903 грамма на статусе карамель. Я думаю, что Марина вам говорила, на разных статусах здесь идет, так скажем, разные вознаграждения, в том числе и по рефералам. На статусе карамель, значит, 900 рефералов приносит в среднем примерно 50 долларов в день. То есть сотни рефералов, это получается примерно 5,50 долларов в сотни рефералов. Значит, следующий момент интересный. Следующий интересный момент. Я решил проверить реакцию людей и буквально выслал несколько, буквально там 5-6 имейлов, значит, какую-то информацию о нашем бизнесе. Вот буквально за 2 дня, вы можете посмотреть, начиная с первой регистрации, вот 19 ноября, а вот 23 ноября пошли, 24-го, 25-го. Получается 52 человека за институт. Причем, как вы видите, если мы посмотрим на клики, большинство людей делает клики. 20 кликов, 30 кликов и так далее. Значит, какие доходы? Можно посмотреть 38 центов, 24 цента, 24 цента, 38 центов и так далее. 76 центов. Это клики именно от рефералов. Что я хочу этим сказать? А букс довольно-таки привлекательный. Во-первых, это иностранный букс, доступна иностранная реклама. Ну и что самое приятное, деньги доходят быстро и практически мгновенно. Значит, на сегодняшний день я вывел уже вторую сумму. Буквально они дошли буквально за несколько часов. Всем спасибо за внимание. Передаю слово Марине. Спасибо огромное. Очень была полезная информация. Я дальше продолжу, буквально еще немножко дорасскажу. Ну, еще несколько важных данных. Ваша реферальная ссылка находится в разделе «Banners». Мы нажимаем, вот наша ссылочка. Для работы есть баннер. Что еще важно? Тут, в общем-то, все понятно. В этом разделе вы можете наблюдать своих личных рефералов. В этом разделе арендованных. Когда будете покупать рефералов, не путайте. Rent реферал – это покупка рефералов, а rented реферал – это те, которых вы уже купили и можете наблюдать за ними здесь. Так, ну вот, пожалуй, самое важное. Я все рассказала. Я приняла свое решение. Мне этот букс очень понравился. Вы принимаете свое. Если заинтересовала тема, присоединяйтесь. Я во всем помогу. Под этим видео находится моя реферальная ссылка, находится мой контакт в скайпе. Обязательно выходите на связь, если мы не знакомы,
добавляйтесь, будем знакомиться и работать. С вами была Марина Хайкова. Надеюсь, что вы со мной. Вот мои данные для регистрации в Sweetbooks, мой Skype. Сейчас идет Новый год. Я думаю о том, чтобы для своих личников делать какие-то подарки. И, конечно же, самое главное, чем я сейчас занимаюсь, это я развиваю YouTube. И я могу этому научить. Я могу научить использовать YouTube для продвижения своего бизнеса в интернете, а также могу научить зарабатывать на монетизации в YouTube. Обращайтесь, знакомьтесь, будем работать, будем успешны вместе.